О, Господи, просто посмотри, что с ним! Черт, ты видишь, это Настя, оно реально живое! Он должен стать богом! О, Господи, что ты несешь? О, черт, кто-то звонит, какой-то неизвестный номер! Кто это может быть? Не знаю, может быть, Даркнете, наверное, возьму трубку. Да, бери. Алло? Алло, кто это? Еще заказ, я ничего не заказывала, ты? Я тоже. Что еще за заказ? Ваша еда. Еда? Я точно еду не заказывала, что за бред? О чем это вы, какая еще еда? Черт, тот самый Спанч Боб, которого мы ранее призывали, проклятый губка Боб. Но я не заказывал никакой Хэппи Мил и ничего не оплачивал. Господи, кто-то вместо меня оплатил это! А если я не буду забирать этот Хэппи Мил? Вы заберете его, черт! Банда, просто жесть, он отключился! Это был какой-то курьер Хэппи Мила! Но я не заказывал никакой Хэппи Мил губки Боба, это очень странно! И о чем вообще можно говорить, если на часах даже не 3 часа ночи? А как мы с вами знаем, эта скрытая вкладка в Макдональдсе с этими проклятыми Хэппи Милами открывается только с 3:00! И это уже очень странно, слишком рано этот Хэппи Мил появился! Окей, банда, этот звонок был реально очень странный, с учетом того, что у нас ранее было Спанч Боба Миксе! В прошлый раз в 3 часа ночи мы смотрели проклятый эпизод Спанч Боба! После чего к нам пришел сам этот Спанч Боб Миксе и чуть не убил нас! Пока я прятался в шкафу, он напал на Настю и связал ее! Благо, что выпал момент, когда я смог его выбить со своего окна! После чего мы больше его не видели, а сегодня вдруг мне звонит неизвестный номер и говорит о проклятом Хэппи Миле Спанч Боба, который я даже не заказывал! Это очень странно, банда, и мне почему-то кажется, что это был тот самый Спанч Боб Миксе! Именно поэтому, банда, давайте на это видео наберем 1000 лайков! И тогда я сделаю куклу Вуду на этого Спанч Боба Миксе и уничтожу его навсегда! Именно поэтому, Бонни, скорее ставь лайк, а также подписывайся на мой канал, чтобы выступить мою Суприм Банду! Ведь, Бонни, ты же знаешь, мы самая сильная банда на Ютубе, именно поэтому скорее подписывайся! А мы тем временем ждем, пока придет этот Хэппи Мил, погнали! Господи, Настя, мне кажется, что это курьер принес Хэппи Мил. Я так переживаю. Я тоже. Окей, и где он? Там никого нету, что за бред? О, Господи, где он? Почему курьера... О, черт, кто его принес? Курьера же нету, кто здесь? Такая жесть, ладно, я заберу его. Мне просто в это не верится, кто его принес вообще? Это так странно, что нет курьера. Да, я с тобой согласен, тем не менее, нужно посмотреть, что там. Да, пошли. Это очень странно, что не было никакого курьера, тогда кто нам его доставил? А тем более, кто с нами разговаривал по телефону под видом курьера? Тем не менее, банда, Хэппи Мил у нас, как говорили, это Хэппи Мил Спанч Боба Миксе. Именно поэтому давайте уже не будем тянуть, а поскорее посмотрим, что здесь. В прошлые разы, когда мы открывали такие Хэппи Милы, там была полная жесть. Что будет сегодня, банда, я не знаю, тем более, что на часах даже не 3 часа ночи. По идее, даже не мистическое время, давайте посмотрим. Господи, я так переживаю, что здесь может быть? О, Господи, здесь так много всего, что это? Просто посмотрите, это бургер, и он подписан как Крафтбургер, вы это видите? Неужели это тоже Крафтбургер, как в мультфильме? О, Господи, давайте уже быстрее посмотрим, какой он. О, черт, на вид это максимально обычный бургер. Я бы не сказал, что это Крафтбургер. И пахнет отвратительно, банда, просто жесть! На вид обычная булка, обычная котлета, ничего примечательного! Окей, тем не менее, давайте посмотрим, что там еще есть. И также, банда, как без нее, картошка фри! На вид она обычная, разве что немного обветрилась. Возможно, и даже несколько дней пробовать ее точно не буду. Окей, тем не менее, и также у нас тут игрушка, банда, просто посмотрите! Это губка Боб! Только это обычная игрушка губки Боба, а не губки Боба Миксе. Неужели с этой игрушкой что-то не так, ведь она очень милая? Просто посмотрите, у нее даже в руке есть лопаточка. Окей, тем не менее, банда, возможно, с этим Хэппи Милом все нормально, с того, что сейчас не 3 часа ночи. Давайте все сложим обратно и дождемся 3 часа ночи. Возможно, тогда будет происходить что-то странное. До 3 ночи еще очень много времени. Именно поэтому этот Хэппи Мил мы оставим в третьей комнате. Положим его где-то здесь. А напротив него поставим камеру, чтобы она снимала все, что происходит с этим Хэппи Милом. Надеюсь, банда, что в 3 часа ночи мы намного больше увидим, чем сейчас. Возможно, мы даже снимем настоящую мистику. Но мне почему-то кажется, что с этим Хэппи Милом будет все нормально, нас просто обманули, ты как думаешь? Да, я тоже так думаю, игрушка Спанч Боба была очень милая. Да, ты права. Тем не менее, банда, мы оставляем все здесь, а сами уходим, вернемся сюда, когда будет 3 часа ночи.
Я клянусь, она так не лежала! Да, я тоже видела! Просто жесть, что здесь вообще происходило? Просто жесть, неужели я был прав и с этим хиппи-милом что-то не так в 3 часа ночи? Нужно посмотреть запись на камере! О, господи, посмотри, что это? Это рука губки Бобы и здесь должен пытаться выбраться! Такая жесть, неужели эта игрушка живая? Давай быстрее посмотрим! Да, давай! О, господи, просто посмотри, что с ним? Он переродился в Спанч Боба Икзе, ты видишь это? Да, вижу, теперь он совсем не милая игрушка. Такая жесть, банда, у него теперь черные глаза, с них идет кровь, это такая жесть. И куда делась его милая лопаточка, почему у него теперь нож? Должен с помощью этого ножа пытался выбраться с этой коробки, именно поэтому она уже лежала, не стояла. Надеюсь, ножиком разнила все это движение. Тем не менее, банда, как я говорил, 3 часа ночи с этими хиппи-милами начинает происходить полная жесть. И эта игрушка этому подтверждение, вы сами это видели. И просто посмотрите, что здесь внутри, все разорвано, весь бургер и картошка фри, какая-то кровь. Откуда вообще у этой игрушки кровь, если когда мы впервые ее открывали, там все было нормально? А еще какие-то надписи, здесь написано Бог, а с другой стороны Иксе, вы видите это? Возможно, это значит Спанч Боб Иксе, и он ассоциирует себя с Богом, как это ранее делал Соник Иксе. Такая жесть, банда, еще какие-то иероглифы, видите, как будто тюремные иероглифы. Он отсчитывал дни до того времени, когда сможет с нее выбраться, и сегодня хотел это сделать. Тем не менее, банда, это все очень ужасно, и как говорил, 3 часа ночи с этим хиппи-милом начинает происходить мистика. А куда он делся? Господи, куда он мог деться? Он же был только что здесь. Может, где-то под столом? Не знаю, его нигде не видно, как будто он просто испарился. Такая жесть, нужно срочно его найти. Под кроватью тоже нет. Мир еще не готов увидеть ту маленькую живую игрушку. Это очень опасно. Эй, Спанч Боб, ты где? Эй, Спанч Боб. Господи, куда он мог деться? Эй, иди сюда. Я нигде его не вижу, просто жесть. Где он вообще? Здесь тоже нет. О, черт, Настя, мне просто в это не верится. Еще секунду назад он лежал на столе и просто исчез. Как будто он может телепортироваться. Давай посмотрим по скрытым камерам, может мы увидим его движение. О, хорошая идея, Настя, да быстрее идем где-то спрячемся. Давай. О, господи, я и забыл, что у меня дома стоят скрытые камеры. Тем не менее, банда, нужно срочно найти этого маленького Спанч Боба, чтобы не успел еще убежать с моей квартиры. А также, банда, я еще очень переживаю, что ко мне домой может прийти настоящий Спанч Боб Икзе, как в прошлый раз. О! Черт, оно живое! Я стану Богом и убью вас всех. Посмотри на его глаза! Это глаза демона! Я затоплю весь мир окна! Черт! Ты видишь это, Настя? Оно реально живое! Да, вижу! Такая жизнь, это кубка Боб Икзе! Неужели это та игрушка превратилась в него? Не знаю, но это реально жесть! Что тебе от нас нужно? Вы будете первыми, кого я убью! Я вырву ваши сердца! Отстань от нас! Я затоплю весь мир! Стой! Куда он делся, банда? Куда он исчез? Эй, Спанч Боб, где ты, Настя? О, черт, отпускай его! О, черт, отпусти! Отстань от меня, гребаная кубка! О, господи, где он? Куда он делся? Просто жесть, банда, он на меня набросился, вы видели это? Где он? Эй, Настя, что с тобой? Перестань, не плачь, все хорошо! Я сделал на него кукловода, мы его уничтожим! Эй. Все хорошо, Сереж. О, господи, что с твоими глазами? Все хорошо, Сереж. Ты видела свое лицо, тебе нужно посмотреть скорее, иди к зеркалу! Он должен стать богом. Что? О чем ты? Что за бред? Он наш? Должен стать богом! Ой, господи, что ты несешь? Ой, господи, отстань от меня, черт, нет! Отпусти меня просто, жесть! Отстань от меня, Настя! О, господи, банда, я смог его поймать! Просто посмотрите на него! Теперь нужно покинуть Настю! Мне просто в это не верится! Он захватил разум Насти! Она хотела меня убить! Эй, Настя, что с тобой? О, господи, что с тобой случилось? Эй, очнись, ты как? О, господи, твои глаза, они уже в порядке! Надеюсь, ты уже та самая Настя! Что здесь было? Спанч Боб Икзе захватил твой разум, и ты хотела убить меня! Но я его поймал! Пойдем, сделаем на него кукловоду и уничтожим его!
Быстрее, Настя, я его связал, он здесь! О, Господи, куда он делся? Он исчез! Просто жесть, где он? Он сбежал через окно! О, Господи, только не это, мы теперь не сможем его уничтожить! Нужно срочно делать куклу Вуду на него, Настя! Да, давай! Окей, Суприм Банда, вы помните, 30 тысяч лайков, я делаю куклу Вуду на этого Спанч Боба XE! Так что будь скорее, ставь лайк, а также подписывайся на мой канал, чтобы выступить мою Суприм Банду! Ведь ты же знаешь, кто не с нами, тот под нами! А я, как вижу, про тебя мне очень нравится быть под нами! Так что скорее выступай мою Суприм Банду, чтобы звезды батя на Ютубе! Также не забывай про мой инстаграм Насти, помни одно, оставайся тебе шикарным! Пока!